виртуальной реальности? Ну, я полагаю, что виртуальная реальность – это то, зачем часть будущего нашего кинематографа, потому что здесь, конечно, есть какие-то резервы. Это уже не просто аттракцион. Больше того, я видел на Каннском фестивале фильм, который снял Алехандро Гонсалес Иньярриту, в этих технологиях. Там я уже босиком ходил по песку по-реальному. Я мог ходить, нагибаться над людьми, ходить в их круг. Вот это все будет. Сейчас наши экспериментируют очень обильно в этом отношении. По-моему, это очень сильное впечатление.